Ну, мы... Маритами вы не были? Ну, хочу сказать, что мы начали уступать в первом периоде явно. Вот. А, видимо, не были готовы к игре, которая пока что пар. Вот. Ну, мы, естественно, рассмотрели все ошибки. Тренер сказал, что надо изменить, чтобы избежать контратак с их стороны. И... Поэтому на втором периоде явно начали по-другому, меньше стали появляться опасные моменты нашего рода. Хотя все равно, естественно, было лучше моментов. Вот, естественно, забили очень нужную шайбу, которую переломил, то осталось полегче всей команде. Вот, и дальше просто поверх играем как одна команда, вот, кулачком. Вот, а, естественно, это когда каждый играет друг за друга, помогает и добились до... держать друг друга, и там уже не было. Как считаете, сказался тот фактор, что ну, несколько ребят играли в нужный каждый, стали крутыми в Скалаву, и сейчас они тоже были? Ну, естественно, да, два финала у нас с прошлого года, они лидеры на поле, это видно по игре, естественно, у них есть и опыт уже больших игр, вот, и, естественно, конечно, от них много зависит в этих матчах, и они как-то показали себя. Что про вратаря скажешь? А, ну, наш, конечно, молодец, видимо, в серии боев, конечно, вчера он ставил на ноль, и сейчас тот, кто спасал нас. Если не он, естественно, бы игра была по-другому совершенно. Присоединились к команде только этим летом, я ощущение, что все это происходит реально. Если честно, я до сих пор в шоке. Вот, потому что чем мы только прошли сезон, то уже, можно сказать, чемпион мира при новом команде. Если это просто нам до сих пор горит. Конечно, все говорят, что едут побеждать на Кубок мира, тем не менее, у вас новая совершенно команда, омоложение. Что перед собой цели ставили здесь? Сыграться, ну, или как вот? Ехали, естественно, показать хорошую игру. Вот. Нет, по-любому цель всегда выиграть турнир, это естественно. Вот. Но, естественно, думаю, что будет тяжело, не просто как-то пройдем. Во-первых, мы вот чудом просто вышли из группы. Вот, нам Рига помогла, спасибо им. Вот. И, конечно, когда прошли дальше, уже открылись, так сказать, и все, там дальше не отпускали. В столицу Латвии сейчас посылочку отправить? Ну, я думаю, дальше соберем. Подарочек. Спасибо. Спасибо. Победа. Спасибо.